Доброе утро, ребят. Ох, как, блин, так и проснулся. Вчера вечером так хорошо посидели с сестрой, выпили чуть-чуть пива. Ну, у меня сейчас каникулы, я сейчас пытаюсь, здесь я не пытаюсь себя сдерживать. Пришло мне совершенно нереальная штука. Мне прислали такую картину. Согласитесь, вот сестра говорит, на сестру не подписаны шпаки. Все знают, что такие шпаки. О, что естественно, такая красавица, могли бы и подписаться. Да ладно, зачем? Она говорит, смотрит мои сторис, смотрит шпаки. Я говорю, такого быть не может. Она мне говорит, реально шпаки, из, как ее жену зовут? Мася. И Мася, и он смотрит. А я удивился, потому что я искренне не знал, что я и думал, что сторис могут смотреть только люди, которые тебе подписаны. Нет. Я сегодня новый влог записываю. Картина пришла на, для сплетников. Я хорошо выглядишь, реально. Да вообще звезда. Каждый раз да. Вот это, чтобы удалилось. Нет, так хорошо выглядишь. Нет. Кофе сейчас сделал. Слушай, возьму там колбаски, сейчас фишку все сделать. Тебе сделать, а тебе сделать. Куда мне делать? А, все, давай. Вот, и, короче, пришла картина классная, нереально пришла картина. В сплетни. Мне девчонка пишет в инстаграме, я буду распаковывать это на канале сплетников. Может, даже сейчас и покажу, вот сейчас такой кусочек покажу. Вот, и она говорит, Антон, присылает очень классную картину. Говорит, Антон, очень классная тема. Хочу тебе подарить эту сплетню. Я говорю, давай, слушай, давай, я сейчас буду у сестры во Франции, говорю, давай, высылай. Я не думал, они не вышли. Сегодня сестра приходит, говорит, подарок тебе пришел. Смотрите, ребят. Сплетни. Ну, какой же класс. И еще там подарок. Вот, еще что-то здесь, ребят. А девчонки зовут... Зовут девчонку... Я найду ее инстаграм. Это просто нереально. Вот такой подарок мне пришел. А, Малюнок, ребят, подписывайтесь на инстаграм, я оставлю обязательно ссылку в описании. Вот такая тема у меня будет. Я, сейчас она лежит только вот около всех посылок. Я потом разверну на канале сплетен. Обалдеть! Вы только посмотрите. Заберу с собой в Эстонию. Вот. Я решил, что сейчас не буду ничего скидывать с этого телефона. То есть пускай сейчас все видеофаймы сохраняются, и я потом приеду в Эстонию, все рассортирую по датам и буду записывать до хрена влогов. Я записываю, каждый день записываю что-то, мукбанги, разговорные, все записываю на этот телефон. Неделя видео только на iPhone Pro. И все, это будет, я считаю, хорошим критическим таким решением для тех, кто хочет купить телефон только из-за камеры, потому что телефон очень дорогой, как любой iPhone, но вот здесь действительно шикарное качество съемки, а фронтальная камера вообще просто гениальная. Сейчас попробую по-другому. Вот сейчас я снимаю на фронтальную камеру. Я хочу посмотреть, как это выглядит. Вот. А, вот оно. А сейчас если сделать поширик. Во! Ну такой вообще рука. Все-таки вот так надо снимать. Да, вот так вот снимается на. Вот так начинает. А так оно низковато. Вот так снимать. Еще снимаешь, чтобы видеть, как в зеркало было. Вот. Вот так снимается на основную камеру. Сейчас пойду. Сделаю кофе, уже кофе не сделал, у меня сердцебиение жога от ужасного Неспрессо. Сейчас раньше было только два варианта, да, вы знаете, маленький и эспрессо, и лунго, а сейчас целых три, вообще маленькое что-то сделали, зачем? Вот, смотрю сейчас, пропашу, может быть, про это и поговорю. Во время сплетен. Тут еще чудик, знаете. Тут еще чудик.
Только взгляните. Вот что за пес такой стоял? Вот что за пес такой стоял и наблюдал? Скажите, пожалуйста. Видите, как на ширик стевает нереально. Обалдеть. Ты тут взбесилась, собака? Тут еще сопит, блин. Вот за, что я люблю вот на юге Франции, ребят, ненавижу ни солнца, ничего. Но люблю вот так вот с утречка выйти вот так вот и посмотреть на это чудо. Вы только посмотрите на этого пса. Ну что за позиция у него? Ну что такое? Кто так ползает? Ты решил, ты маленький жук или что такое, Лело? Ты понимаешь, на тобой все смеяться будут. Кто так себя ведет? Собака. Ну, собака, что ты такое вытворяешь? Вот посмотрите, да? О, какой кайф. Вот это мне всегда нравится. Вот только в такие моменты ты думаешь, что... Всегда. Вчера с сестрой много говорили. У меня сейчас красный линь. Я говорю, пока я не куплю дом, я не заткнусь, да? И вот сейчас с сестрой вчера опять говорили. И вот в такие моменты ты думаешь, да, вот так вот хочется купить что-то такое здесь. Ты понимаешь, что будет ошибкой, но... Поэтому, может быть, и не покупаю поэтому, понимаете? О. С бывшим разговаривал, сегодня звонил с утречка. Раньше, типа, в Осло. Снег, холодно, все такое. Говорю, ну хрен тебе, а мне тепло. Ах, пойду кофе пить, ребята. Доброе утро всем, кто только встал. Очень рад вас видеть. Заказал себе квартиру в Милане, вот такая вот квартирочка, и я думаю, еще чуть details, очень красивая квартира в центре Милана, буквально на один денечек. Ребят, кому интересно, можете заказывать по моей ссылке в описании, взять, брать квартиру в аренду и останавливаться, экономить 2000, почти 2500 рублей, 30 евро скидки с вашей первой аренды. Такая квартира у меня в центре Милана с таким джакузи. Уф, класс. Люкс-спа, джакузи, all-inclusive, Милано, Централе. Около центральной станции, шикарно. То, что уезжаю я 15-го рано в Эстонию, вылетаю из Милана. Ими как раз вот здесь поблизости, вот мой дом. Вот здесь Чайна-таун, и вот здесь, кстати, Чайна-таун никогда там не было так нормальненько. Могу и погулять, вот. Милано Централе, Порто Венеция, все рядом, класс. По ссылке в описании, ребят, снимайте аренду квартир везде по миру. Ах, шикарно как. Вот такой у меня сегодня завтрак, ребят. Куриная колбаска, яичница, сверху немножко чесночка сухого, огурчик и кока-кола. Значит, сюда-то они могут зайти? По идее, вот это оно же так и планировалось? Да. А туда-то никак? Там, где ты сейчас стоишь? Блин. Короче, дилемма. Может, кто-то из подписчика скажет, где пролезли? Как собаки пролазят, да? Вообще, где пролезли? Это как конструкция, ты посмотри уже, ну никак не придерешься. Да, шикарная, да. Шикарная одесская, да. Тема, понимаешь? Не думали просто. Если бы кто-то увидел, если сели, сказали, ну вы нам мудрые. Лилу! Бисквит. Не, никак, да? Стоит, слушает и все, знаешь, и пизда Ивановна. Слушай, хоть перекамера какого-то ставь, и вот это вот. Не, ну это, конечно, с ума сойти. Слушай, что как-то сапсы... Перепрыгнуть точно никак. Ну, Лилу хрен, она, мне кажется, перепрыгнет, нет? Да дело не в этом, лень, ты понимаешь? Она-то может и перепрыгнуть. Где-то проходит. Тут не пролезет. Ну, они прям, знаешь, как это была возня, они как-то прямо прорываются сквозь, да? Ой, блин. Офигеть. Цирк на дроте, да? Так выдержи. Ой, Лилу, пока. Мы сейчас с Антоном все твое печенье съедим. Они там точно, и да? И консервы закусим. А ты там вот так останешься и будем гавкать на соседей. Расскажи. Да вообще с ума сойти. Или это вот, никакой движухи, да? Вообще, не, счастливы там, да. Теперь ты их сад. С ума сойти, да? Нет, до дырки, да? Вообще. Сделано по-советски, понимаешь? Пули непробиваемо. И специальные дырочки, чтобы чихуашки не пролезли. Нет же. Хрен. Сейчас сидим. Тихонечко, на самом деле. Очень летняя погода.
решили сделать по оперольчику. И прям последний. Не слишком я. Нормально, как ты. И прямо. Такая вот красота, ребят. Господи, как же красиво снимает твоя мать. Вон это напитки. Санька, давай чин-чин, нет? За пятницу. Развратницу. Сегодня можно. А кто-то выбрался с баррикад, я смотрю. Да, все вылезли, все вылезли. Сейчас попробуем, что получилось. Классненько получилось. Еще сплетни, конечно, снимать. Чего такое? Кисловатое просекко? Да, это хорошее просекко такое. Ну, что-то его, наверное, много. Этого перья нет, видишь? Да, да, воды нету. Сегодня хардкор один. Вообще, жестко. Сразу можно что-то такое. Не будем это, никакой пропаганды, ничего. Но пятница, пусть все так отдыхают. Зай, что такое пропаганда, не пропаганда? Живем, как живем, Господи, ничего не пропагандируем, делимся жизнью. 100%. Да, Гордон, скажи. А пришел, я да? Пришел, укуси, скажи. Я буду сейчас укусить. Да, укуси. Слушай, я в восторге. Знаешь, потом посмотришь на телефон, как же красиво снимает. Знаешь, тебе нужно, знаешь, там что нужно сделать? Завтра, как нормально, нам будет выйти. Давай пофоткаемся. Давай. Получилось так у нас, дорогие ребята. Собирались, был у нас один хороший приятель. Собирались сделать хорошую фотосессию. А знаешь, сами с усами, сами справимся. Не нужно, блядь, мозги палить. Ладно. Всем хорошего летнего настроения из октября. Все, ребят, заканчиваю сейчас свои. Вы только посмотрите, я хочу порадоваться с вами вместе. Такой шикарный подарок мне прислала девочка с Украины, ребята. Посмотрите, какая красота, сплетни. Не верится своим глазам, когда люди делают такие шикарные подарки. Спасибо огромное всем, кто провел эти 10 минут со мной, посмотрел очередной мини-вложик. И сейчас заканчиваю, на самом деле, влог. Вот. И, короче, спасибо всем за внимание. Надеюсь, у вас проходит нормально. Надеюсь, у вас проходит нормально. Вот так вы снимаете, кстати, в темноте этот телефон. Не айс, вот честно скажу. Совсем не айс, но при свете снимает камера просто гениально. Сейчас звоню маме, общаюсь с ней. Очень устал, сегодня был долгий день. Господи, как же я устал. Господи, как же я устал. Спасибо всем за внимание. И надеюсь, у вас осень еще теплая и хорошая, потому что здесь просто настоящее лето. Просто неимоверно шикарно. Вот такой вот у меня опять начинается псориаз. Боже мой. 16-го у меня дерматолог. Мне нужно вылечить, взять это под контроль, потому что самолечение таких вот пятен на носу, это просто ужасная вещь. Нельзя запускать. Нужно обязательно ходить к специалистам. Спасибо всем за компанию. Увидимся завтра. Всем пока!